Ну, как говорили сегодня на форуме, на нашем круглом столе, зачастую клинические исследования – это единственная возможность получить самое современное лекарство, которое пациент в реальной жизни может получить лишь через много лет. Скорее всего, давление регулятора, то есть снизил бы сроки рассмотрения одобрения клинических исследований в нашей стране. Да, конечно, форум замечательный, это одно из лучших мероприятий, не только в области онкологии, но и вообще в целом среди медицинских форумов в нашей стране. Ну и тем более наша сессия посвящена клиническим исследованиям, это, скорее всего, единственная сессия, которая посвящена клиническим исследованиям также в нашей стране. То есть это, скорее всего, единственное явление, которое у нас есть. Таких мероприятий должно быть больше. Не один раз в год, а много-много раз.